Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока ⁇ Прямой и непрямой тип онтогенеза у животных. Сегодня вы узнаете этапы онтогенеза у животных и растений. Научитесь сравнивать прямой и непрямой тип онтогенеза у животных. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели периоды онтогенеза у растений и животных. Онтогенез – это индивидуальное развитие организма от оплодотворения и до смерти. Он включает в себя два больших периода – эмбриогенез и постэмбриогенез. У растений эмбриогенез заключается в образовании семени и эндосперма из оплодотворенной яйцеклетки. Постэмбриогенез у растений включает в себя четыре стадии – прорастание зародыша семени – Стадия роста растения, стадия зрелости, стадия старения. Первый этап эмбриогенеза у животных включает в себя следующие стадии. Дробление оплодотворенной клетки, в результате которой образуется однослойный зародыш бластула. Вторая стадия, в результате которой образуется гастрола, имеет двухслойный зародыш. Вспомните, Поздняя гаструла трехсойна. Третья стадия характерна только для хордовых и называется нейрула. И наконец, четвертой стадии образуются ткани и органы у эмбриона и называется эта стадия органогенез. Постэмбриогенез у животных может быть прямым и непрямым. Постэмбриогенез у животных может быть прямым и непрямым. Прямое развитие. Молодой организм имеет все органы взрослого, но иные размеры и пропорции тела. Непрямое развитие или развитие с метаморфозом ⁇ это когда из яйца образуется личинка, отличающаяся от взрослого внутренним и внешним строением. Прямое развитие, ребята, встречается у беспозвоночных малощетинковых червей и пауков. Появившийся на свет организм похож на взрослую особь, но отличается от нее малыми размерами и недоразвитием некоторых органов. Прямой тип развития наблюдается при внутриутробном развитии у млекопитающих, а также у яйцекладущих, присмыкающихся и птиц. При непрямом развитии из яйца выходит личинка, внешне и внутреннее, строение которой отличается от взрослого организма. Непрямое развитие может быть, с неполным превращением оно включает в себя следующие стадии: яйцо личинка, взрослая особь. Неполное превращение имеют такие насекомые, как богомолы, кузнечики, тараканы. Развитие с неполным превращением характерно и для земноводных. Как мы видим на примере у лягушки, ее личинка головастик обитает в воде, не имеет конечностей и имеет хвост. Внешне похож на малька рыб, а взрослая лягушка обитает на суше, имеет конечности и питается насекомыми. Такое превращение называется метаморфоз. При непрямом развитии и полном превращении наблюдаются следующие стадии организма. Яйцо, личинка, куколка и магу. Такой тип развития называется развитие с полным превращением или метаморфозом. Наблюдается он у мух, пчел, и бабочек. Необходимо подчеркнуть, для чего природа создала такой тип развития. Для того, чтобы уменьшить пищевую конкуренцию между взрослыми и молодыми особами одного вида. Гусеницы бабочек питаются листвой, а взрослые бабочки – нектаром. Итак, ребята, подведем итог нашего урока – Сегодня мы узнали с вами, что бывают два типа постэмбрионального развития у животных с прямым и непрямым развитием. Зарисуйте, пожалуйста, данную схему в тетрадь. А теперь сможете ли вы ответить на вопросы, в чем особенность прямого развития? Организм после эмбриогенеза похож на взрослые животные. Какое развитие называется постэмбриональным? Развитие организма после рождения и до смерти. Чем отличается непрямое развитие от прямого? Животное, перешедшее к постэмбриогенезу, сильно отличается от взрослого организма. В чем заключается биологическое значение метаморфоза? Биологический смысл метаморфоза заключается в уменьшении пищевой конкуренции между личиночной стадией и взрослым организмом. Ребята, на экране вы видите организмы с разными типами развития. Сравните этапы развития этих животных. Это постэмбриональный период. Для млекопитающих характерно прямое развитие, для насекомых и земноводных не прямое. На этом наш урок закончен. До свидания.